Судебные приставы нанесли визит должникам, работникам одного из торговых центров города. Сотрудники управления побывали в 93 торговых палатках. Взыскать удалось 120 тысяч рублей. В основном это задолженности по налогам и административным штрафам. Торговцы расплачивались на месте выручкой. На арест имущества согласились немногие. В результате данного рейда было произведено 4 ареста имущества должников на общую сумму 23 тысячи рублей. Может быть, это не слишком большая цифра для данного рейда, однако все те взысканные деньги, которые нам удалось взыскать, они были оплачены должниками во избежание арестов, наложения ареста на их имущество, находящееся в палатках.